попросили меня подвезти Чернозема. Сейчас буду грузиться. Так, чем гружу? Как гружу? Ковш. 1,30 м ширина у меня ковша. Тяжело, он не на ходу не входит в чернозем, если плотно лежит в куче. Поэтому передний мост, когда включается, тогда начинает умирать мотор. Поэтому отключил я передний мост методом снятия вала приводного. И просто упираюсь в чернозем. И тогда просто заднее колесо пробуксовывает. Я успеваю там вывернуть ковш, приподнять стрелу. Метровым ковшом грузил. То есть метровым я гружу с передком. Оттолкнулся сразу полный ковш. Сразу назад. Никаких лишних движений. Где-то 23 ковша это полная телега. Вот этим ковшом полный ковш за раз ты не набираешь. То есть тыкаешься на сцеплении. Вот эту досочку прикрутил. Как вот газики с нашивками гружу, то чтобы ковш не выворачивать на ходу, а сразу на всю нужную высоту поднимать стрелу, чтобы не высыпался чернозем назад, я приварил вот эту хуевину. Сейчас попробуем, покажу, как это все происходит.
грузил, конечно. После дождя заметно тяжелее стало. Сейчас попробуем дотащить без передка. Попал я тут с чернозёмом.